С пятницы по сегодняшний день в больницу госпитализировано 25 человек с отравлением этилоспиртом. Из них трое умерло. Еще четверо находятся в тяжелейшем состоянии в реанимационном палате. Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю возбуждено уже 3 уголовных дела по факту гибели 3 жителей города Красноярска. Все это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Значит, установлено, что все они погибли от употребления некачественной алкогольной продукции, а именно контрафактного алкоголя, виски Джек Дэниелс. Обстоятельства были разные, но общее в них одно, что компании, где были как раз эти погибшие мужчины, они распивали вот это спиртное, виски Джек Дэниелс, приобретенное через сеть интернет.